Управление малыми частями города Кохлаярве осуществляет муниципальное предприятие ОСК Групп. Аббревиатура букв в названии подсказывает, что предприятие занимается коммунальным обслуживанием Ору, Сомпа и Кукрузы. Директор и член правления муниципального предприятия Леонид Хоконен основной своей задачей в настоящее время видит подготовку к зиме. В Ору и Кукрузы отопление домов осуществляется собственными котельными. Поселок Сомпа отапливает ВКГ «Союз». Части города у нас разделены на три. Ору, Сомпа, Кукруза. Начну тогда с Ору. Поселок уже запущен с той недели. Все работает. Особых подготовок в этом году мы не производили. Все основные инвестиции и все большие работы были сделаны еще в том году, до того отопительного сезона. Профилактические работы сделали. Все трассы были проверены, поселок сейчас полностью отапливается. Единственное, что погодные условия такие, что приходится пускать это все на самом-самом минимальном режиме. Особых жалоб со стороны горожан не поступало. Единственные жалобы были связаны с товариществом, что они просили помощи в выпуске воздуха и каких-то небольших ремонтных работ в виде замены кранов, вентилей, то есть стандартные подготовительные работы. Что касается поселка Кукруза, в поселке довольно старая котельная, старого типа, там мы производили довольно-таки большие работы по замене некоторых запчастей и подготовке к ее к отопительному сезону. То есть там эта котельная требует больших ресурсов и больше времени подготовки. Поселок точно так же был запущен в первых числах октября. Единственное, что не все еще клиенты готовы и хотят, чтобы у них было центральное отопление, поэтому точно так же работает на минимальном режиме. Единственная разница с поселком Ору, что у нас там больше стоит автоматики, и там требуется минимальное количество людей, то есть один оператор, который постоянно все это следит, и все это можно прослеживать дигитально. В поселке Кукруза это чуть сложнее, то есть там должно быть 4 оператора, которые круглосуточно следят за оборудованием и постоянно регулируют температуру. Все согласно графиков, установленных норм подачи тепла. В данный момент мы подготавливаем запуск поселка Сомпа. Точно так же были произведены небольшие профилактические работы. Единственная поднастройка котельной летом. Это тоже касалось больше автоматики, замене некоторых запчастей, вентилей. Ну, обычные расходные материалы, которые нужно менять. Сейчас вот как раз в данный момент происходит пробный запуск и проверяются также все колодцы и трассы. Трассы здесь в большинстве своем практически все новые, поэтому в этом поселке чуть проще с запуском котельной. Закрытие многих шахт и производств в регионе самым негативным образом сказалось на платежеспособности населения. Не имея работы, многие семьи просто не в состоянии оплачивать огромные счета за отопление. Да, ситуация с должниками довольно-таки плачевная. Она касается в основном поселка Ору, где довольно много должников, с коими ведется очень плотная работа непосредственно как напрямую с должниками, так и через судебных исполнителей, через суд, также помогает в этом плане городское управление. Что касается поселка Ору, точно так же большое количество должников, у которых в этом году по решению, вот у нас было совещание в городском управлении, по решению зама мэра, старейшины и, естественно, при нашем участии будет не подключено тепло. Работа с должниками проводилась с самого объединения трех предприятий. С самого начала лета мы начали писать письма, выходить на связь, пытаться найти какие-то концы. Большая часть должников, конечно, связана с тем, что люди не вступают в наследство. То есть люди задолжали, либо уехали за границу, либо умерли, то есть наследники не приняли наследство, и, соответственно, долг у нас копится. И что касается количества домов, в Сомпа больше всего будет домов, которые на данный момент не будут подключены к отоплению. Ситуация разрешится лишь в том случае, если будет какая-то информация по поводу оплаты со стороны должников, либо будет полноценное разрешение со стороны городского управления, потому что во многих домах есть также и муниципальные квартиры, которые, естественно, сдаются в аренду и обслуживаются.
Государство достаточно долгое время лоббирует коммерческие интересы монополистов. Поддержка необоснованно высоких тарифов вместе с драконовским законодательством создают тепличные условия для извлечения сверхприбылей из своей деятельности монополистами. И тем не менее, в этих тяжелых условиях население нашего региона умудряется выживать.